Если ты придешь и мне в лицо докажешь то, что именно в конкретном моменте, который я перечислил, по поводу накрутки, по поводу твоих выебонов, то, что ты возвышаешь себя перед другими блогерами, если ты мне докажешь обратное, то я тебе пожму руку, если ты мне, конечно, пожмешь ее. Вот, и извинюсь перед тобой, это 100%.